Добрый вечер, дорогие друзья. Прозвучала пьеса «Три товарища» из музыки Эдуарда Артемьева к кинофильму Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Это 1974 год. Исполнители Томский симфонический академический оркестр под управлением маэстро, который уже 10 лет возглавляет этот оркестр, Сесар Альварес. Приятно сказать, что маэстро хоть и испанец, но выпускник Московской консерватории. А солировал член жюри, заслуженный артист России Семен Мельштейн. Вы знаете, при всем богатстве событиями 400-летней летописи Томска, я уверен, что нынешний фестиваль войдет в эту летопись яркой страницей. И фестиваль запомнится, я уверен, и городу, и каждому из участников нынешнего фестиваля. Еще и приездом, первым, я бы подчеркнул, приездом в этот славный город выдающегося композитора современности Эдуарда Артемьева, творчеству которого и посвящен сегодняшний наш вечер. Вы знаете, на каждом шагу здесь, в Сибири, цитируют знаменитые слова Ломоносова о том, что могущество России будет прирастать Сибирью, и эти пророческие слова подтвердились. Но прирастает Сибирью и музыкальное могущество России. Если вспомнить уроженцев знаменитых Сибири, это и Дмитрий Хворостовский, и Виктор Третьяков, и Денис Мацуев, а из Новосибирска вся знаменитая школа скрипачей. И уроженцем Сибири стал потомственный москвич Эдуард Артемьев. Он родился в Новосибирске, что тоже украшает и его биографию, и биографию Сибири и Новосибирска. Эдуард Артемьев очень ярко вступил в нашу музыку. Его называли магом синтезатора, его называли и отцом электронной музыки, отцом-основателем. Но Эдуард Николаевич не кокетливый примадонна, так что я могу выдать тайну, что он родился еще в 1937 году, в незабываемом 1937 году, и его сразу потянуло к музыке. Он прошел и школу хорового искусства, и затем Московская консерватория. Он учился у самого знаменитого народного артиста Советского Союза Юрия Александровича Шапорина, очень строгого последователя классики, автора оперы «Декабристы» и других творений. И надо сказать, что при вот такой приверженности классике как раз Юрий Александрович смотрел по-доброму. Не сказать, чтобы поощрял, но во многом даже защищал искание своего ученика. А к электронной музыке тогда относились, в общем, подозрительно. Судьба свела молодого музыканта Эдуарда Артемьева с инженером Евгением Мурзиным, который сконструировал первый отечественный синтезатор, который был назван инициалами Александра Николаевича Скрябина, АНС. И это была, в общем, революция. И надо сказать, что сейчас мы живем в мире часто подделок, имитаций. Имитируют все. Имитируют талант. Некоторые пытаются имитировать даже гениальность. И в век технического прогресса, когда компьютеры могут все или почти все, профессия композитора, она тоже, с одной стороны, унижена, с другой стороны, мало востребована. Сейчас преобладают звуковые оформители, а настоящих композиторов не только у нас, но и в мире, а
осталось очень мало. И Эдуард Николаевич, пройдя вот это искушение электронной музыки, великолепно владея языком 20 и 21 века, будучи признанным не только в России, но действительно в мире, он остается настоящим композитором с фундаментальнейшим образованием и человеком, у которого вот видна эта школа Московской консерватории, человеком, который размышляет в музыке на очень серьезные космические темы. И киномузыка Эдуарда Артемьева, написал он музыку уже, скоро, наверное, приближается к 150 фильмов. Из этих фильмов я бы выделил трех китов отечественной режиссуры. Это прежде всего Андрей Тарковский. Эдуард Артемьев писал музыку к его «Солярису», это 1972 год. Он писал музыку к «Зеркалу», писал музыку к «Сталкеру». Это великие фильмы, вошедшие в историю мирового кинематографа. Почти ко всем фильмам Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, включая только что вышедший на экраны «Щелкунчик». Мы перелистаем с вами страницы партитур киномузыки сегодня Эдуарда Артемьева и кратко побеседуем с ним. Thank you.
нашем сегодняшнем концерте принимает участие хор Томского музыкального колледжа, который носит громкое имя Эдисона Денисова, уроженца Томска, великого композитора 20 века, художественный руководитель хора Фарид Тугушев, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Мне выпало в свое время счастье близко общаться с Эдисоном Денисовым, снимать с ним передачи. Это действительно был удивительный человек. А Эдуард Николаевич просто дружил с ним, как с единомышленником. И вот сейчас я хотел бы пригласить на сцену Эдуарда Артемьева. Эдуард Николаевич, ну вот не жалеете иногда, что киномузыка занимает такой большой объем в вашем творчестве? Не хотелось бы больше симфоний, опер, балетов? Видите, дело в том, что в кино я попал случайно. У меня в жизни очень много, столько случайностей было, потом это стали некой закономерностью. И на кино мне должно колоссальная возможность проверить в реальном звучании то, что я придумал. Кино дает возможность написать для любого состава оркестра, хоры, там, не знаю, ансамбль, еще что только ты договоришься с режиссером, есть возможность все реализовать и реально услышать. В этом великое счастье и то, что я попал в кино и там вот на долгое время сохранился. Но, с другой стороны, конечно, это забирало всю мою энергию, в общем, в течение долгих лет вот работы в кино. Я начал работать в кино где-то в 62-м году. Первая моя картина, вот «При следующий день». Но сейчас меньше, я просто себя ограничиваю. Хотя предложений пока поступает много. Но я не могу себя реализовать. Сейчас я работаю только с моими близкими друзьями, с Кончаловским и Михалковым. Изредка еще с Александром Прошкиным я делал свою картину. «Доктор Живаго». «Доктор Живаго», да. В общем, как бы круг сужается, и с новыми людьми я просто тяжело уже входить в контакт, это уже другое поколение. И здесь такие трудности возникают, не музыкальные совсем, а понимание. Потому что слова одни и те же, но смысл и энергия вкладывается не совершенно иная. Иногда сейчас трудно договориться. Кинематограф начинался как великий немой. Потом, когда он обрел голос и потребовалась музыка, то нередко и тогда, и сейчас музыка становится просто фоном, что вполне удовлетворяет многих режиссеров. Но мы знаем счастливые примеры таких конгениальных пар, как Прокофьев Эйзенштейн, как Нино Ротта и Феллини, когда композитор становился буквально сотворцом фильма, а музыка действующим лицом. Вот у вас было много уже режиссеров в качестве соавторов, но вот те три самых знаменитых, которых я назвал, они, мне кажется, весьма уважительно относятся, ну, если говорить об Андрее Тарковском, относился к вашей музыке. Да, с Андреем вообще история такая была, что когда он меня пригласил, это было у нас представлялось. Мы с ним были знакомы, так статусно, такое знакомство рассказывалось. Вот. Но он меня пригласил, узнал, что я занимаюсь электроникой. И вот он меня ошарашил. Говорит, мне уж такая музыка не нужна, мне нужен твой композиционный дар соединять звуки. Сейчас бы эта профессия называлась бы саунд-дизайнер. Но тогда он мне это выставил. Мне нужно, чтобы ты организовал суммы, которые мне кажется очень важную роль играют. Не только почему ты его роли, чтобы как бы оживиться. Я этим бодро стал заниматься, но пока не наткнулся на тему, что никакого жизни на этом не было, но более-менее удачно. Но все равно жизни нет. А я предложил, что давай всегда подложим оркестр, который будет работать в духе шума музыки, так сказать, в духе вот, природных шумов. И так постепенно я внедрил это сознание, что музыка нужна, и потом издательство, так сказать, списался, называется. Вот и вот я просто с ним сделал три картины. Ну, вообще отдельный человек. И, кстати, так получилось, что я даже какой-то сложный язык для него выработал в его картинах, больше которого никому не понадобилось. Я пытался проявить эту манеру и того же Михалкова, и другим режиссерам, но она им совсем не подходила, это просто другой мир какой-то. И так она осталась вместе в студии. Для меня еще огромный опыт был. Вот кино, действительно, очень много служебной музыки, кроме в Голливуде осталось. Вот старая школа, особенно усиление Джона Вильямса, я считаю, самый выдающийся композитор кино,
вот, собственно говоря, та музыка, которая у нас выступит в кино, которая сейчас эффектирует ее циклами пластинки, это все он заложил, вот эту основу киномузыки, вот ее образности и ее работы с кадрами. Видите, я убивал на запуске в Лос-Анджелесе. Ему сейчас за 80, но он все бодр, и работает все время. Он самый уважаемый человек. И вот в кино, в американском кино, музыку играет не только Джон Делон, а мощно работает с кадром. Это, пожалуй, вот дает самый неповторимый такой голливудская музыка, голливудский стиль. Это вот очень точная работа с кадром, буквально с каждым, так сказать, сменой кадра, сменяется настроение или движение, что там все время происходит синхронно с кадром. И я там работал в Голливуде несколько лет, и это меня сильно продвинуло вперед, я считаю, с моей темой. Виталий Николаевич, вот вас справедливо называют пионером, отцом-основателем отечественной электронной музыки, и вы прошли действительно весь путь от запретности этой музыки до широкого распространения, от первых довольно простых аппаратов до сегодняшних немыслимых. Я видел снимки вашей студии или тех студий в Лондоне, в Америке, где вы работали, это уже нечто невообразимое. Но вот этот технический прогресс, скажите честно, положа руку на сердце, он не угрожает традиционной музыке? Как можно его сказать? Пал последний бастион в искусстве, это музыка. Потому что музыке нужно было до компьютерной эры долго учиться, ступени, развивая. Сейчас все это унифицировано в некие программы, где не обязательно даже нужно, есть фантазия, есть желание, можно все это реализовать. Вы знаете, ну, как каждый может написать стихи для домашних, там, поздравить с днем рождения бабушку, дедушку, маму, папу, и каждого сейчас ее музыку можно сделать. Но поэту всего там два в мире, а может вообще бывает три, один. Так и композиторов также будет немного. Но те, которые, конечно, будут всегда стоять над некой планкой, за которой, так бы, люди, не занимающиеся профессионально, не могут переступить. Это всегда будут некие вершины, пики, по которым будут равняться, и потом дальше это будет завоевываться, если пики будут формализированы, ну, дальше еще где-то кончается, неизвестно. Все, мне кажется, приходит к мысли, что должна быть мистерия, как она в своем среднем веке была, из нее потом вышли все направления и ветви искусства. Сейчас это все собирается, вот меня ощущаю, объединяю некую реку, вот. Но для этого нужно, это дорогое удовольствие, нужно строить залы. Значит, это целая просто новая история возникает. И все к этому готово, кстати. Все мы жалуемся, что инженеры не дают нам того, чего не хватает. Все инженеры такие дали возможности, что композитор сам слаб просто перед этими гигантскими возможностями. Вот, но вот все идет, я ощущаю, к мистерии, но она не будет делана одним человеком. Это будет делаться команда, где композитор, режиссер, ритмист, не знаю, обязательно сценаристы. Это некое, вот прямо назревает. Но нужно сделать какой-то шаг, кто-то должен первый сделать, собрать команду и получить вот эти возможности, мощные средства, которые можно прорваться в совершенно невероятные, может, даже запрещенные какие-то области, то есть духа. Но это уже отдельный дело. Это как раз то, о чем мечтал кумир вашей молодости Александр Николаевич Скрябин. Может быть, вот если бы Скрябин жил в наше время, то его замысел бы удался. Я специально пригласил Эдуарда Николаевича сюда на сцену перед следующими двумя номерами, и либо прозвучит музыка из кинофильма «Утомленный солнцем», который принес его создателям Оскара, а это распространяется и на музыку, на композитора. Thank you.
Thank you.
Кот из музыки Эдуарда Артемьева к фильму Андрея Кончаловского «Сибириада» завершился наш небольшой концерт в произведении большого мастера. И хочется поблагодарить, конечно, устроителей этого концерта, организаторов фестиваля «Факи», хор, оркестр, маэстро Альвареса, Настю за это доставленное удовольствие. Я подозреваю, что не ошибусь, если скажу, что ведь на фестиваль приехали некоторые участники, наверное, из таких мест, где нет своих симфонических оркестров, тем более академических. И, быть может, они впервые слышали звучание вот этого великолепного организма, искусства, как симфонический оркестр. И правильно делают организаторы фестиваля, устраивают такие концерты, потому что воспитывать любовь к искусству надо на высоких образцах. И встречи с настоящим искусством не забываются. И, несомненно, к настоящему высокому искусству принадлежит и творчество Эдуарда Артемьева. Фестиваля «Факел», потому что такие встречи не забываются и творцам, несмотря на все их награды, премии и знаменитости. Спасибо.